Удар, еще удар, мощная атака, и победитель определен. Братья Погодки Иван и Даниил Чертопрудовы в боксе новички. В этом году отец впервые привел их на турнир «Лето в боксерских перчатках». У нас начались каникулы, и папа нам рассказал, что на набережной тренировки по боксу. И он нас водил. Посвятил это лето тренировкам и Семен Чикин, уже добившийся первых успехов в спорте. Юноша занял 3-е место на областном и городском первенствах по боксу. Тут свежий воздух, получается, ваш, легкие ваши увеличиваются, дыхание становится лучше. А так и тут ребят полно. Ну и вообще классно, то, что проводит. А то летом много не тренируется, а ты тренируешься. Другие летом не растут, а ты растешь. Возможность для роста Самарская гордума и Федерация бокса дарят любителям спорта уже 3-й год подряд. Именно столько в Самаре существует турнир «Лето в боксерских перчатках». И с каждым годом он становится все популярнее. Бокс – это наш национальный самарский волжский вид спорта. И свидетельство этому большое количество замечательных спортсменов, чемпионов. Сюда приехали наши друзья из Новокуйбышевска, тренеры, чтобы посмотреть, как у нас проходит этот проект. И я думаю, что через некоторое время уже и в Новокуйбышевске тоже проект будет реализовываться. Превысили планку 600 человек там. Вот, в среднем у нас где-то от 30 до 40 человек занимались каждый день. Популярность проекта возросла, потому что у нас задействовано в этом году было 2 площадки. Одна здесь, другая на вертолетной площадке. Турнир завершился, но организаторы рассчитывают, что знакомство с боксом для новичков прошло удачно, и они продолжат свои занятия в секциях уже этой осенью. Давайте поаплодируем.